Заключение меморандума между Даугавпилсской городской думой и Рижским университетом имени Страдания станет первым шагом на пути долгосрочного сотрудничества. Об этом в ходе недавнего визита в наш город сказал ректор медицинского университета Янис Гордовскис. А уже 3 апреля проект договора был единогласно одобрен членами комитета по образованию и культуре городского самоуправления. Как пояснил докладчик, депутат Рейнис Йогст, в первую очередь двухстороннее соглашение предусматривает привлечение в наш город молодых специалистов-врачей, в которых так нуждаются медицинские учреждения Даугавпилса. На сегодняшний день только в Даугавпилсской региональной больнице имеется 25 вакансий для врачей. В меморандуме мы отмечаем, как я сказал, вот одну из важнейших проблем, как мы будем участвовать и способствовать то, что наши молодые люди будут учиться в университете, будут заканчивать резидентуру, будут резидентуру проходить в наших лечебных учреждениях и потом будут работать у нас в городе. Для выполнения этой задачи Рижский университет имени Страдания рассмотрит возможность включения лечебных учреждений Даугавпилса в список клиник, где студентам будет рекомендовано проходить резидентуру. Но этого недостаточно, считает Рейнис Йогст. Какую среду лечебные учреждения создают для своих молодых специалистов? Если мы говорим о резидентах, что конкретно сделается в учреждении, чтобы резидент хотел бы учиться в этом учреждении? Ну, например, создаются ли условия IT-технологии? Конференции, видеоконференции. Пожалуйста, вы знаете, если было бы учреждение хорошо разработано в виде конференции, наши резиденты, которые учили бы с наших учебных учреждений, не надо было, можно так часто ехать в Ригу. Двухстороннее соглашение предусматривает сотрудничество и в проведении научных исследований, а также создание новых методик лечения пациентов. Как пояснил Рейнис Йогст, любая научная разработка, особенно в сфере медицины, нуждается в практическом подтверждении, которое можно получить только в лечебном учреждении. И клиники Даугавпилса готовы включиться в этот процесс. В нашем городе тоже есть специалисты, которые имеют научную степень. Почему мы не думаем о них? Они тоже могли бы, может быть, участвовать в каких-то проектах. То есть это конкретный разговор с руководством университета, и я думаю, что у нас есть потенциал как ресурсу технологий, которые уже есть на месте учреждения, так и людской, наши врачи. Мы хорошие партнеры, потому что базы наших учреждений очень хорошие. У нас технологии очень хорошие, развитые. Хочется верить, что двухстороннее сотрудничество принесет положительные результаты. И уже в этом году свободных вакансий врачей в клиниках Даугавпилса станет меньше.